Привет всем! Настали первые осенние выходные, и я решила проверить наш секретный лес. Природа еще не совсем осенняя. Очень много луговых цветов. Посмотрите, как красиво! А вот и наш лес. В лесу все еще сухо, несмотря на дождики, поэтому я думаю, что для грибов рановато. Бегают муравьи и очень много звериных лежек. Это хорошо. Вот здесь лежали козочки, но мы их, к сожалению, спугнули. И я решила поискать на краю болота. Здесь, с одной стороны, низинное болото, а с другой стороны наш лес. Здесь всегда есть влага, но думаю, что здесь грибы должны быть. А вот и наш первый гриб. Гриб-зонтик. Очень хороший гриб. Мы его с собой заберем. И готовить его очень просто. Просто обжариваешь его в яйце на сковородке, и все. И маленькие зонтики тоже лезут вот здесь. Надо будет чуть потом сюда обязательно прийти. И вот еще один. А вот, что это такое? Это белый гриб. Ух ты, сколько их. Проверяет, а мне плакать хочется. Они все червивые. Ведро белого гриба и ни одного нормального. Все червивые. Мы их оставим здесь. Пускай они распространяют споры. Пусть будет больше этого гриба. Хотелось
Еще же пару молоденьких проверим и все. Пойдем вглубь леса. Я надеюсь, что там меньше червивых грибов. По дороге до сих пор встречаются червивые грибы. Но идем дальше. А в лесу нас встретил ТЗЗ. Старый дубовый пень набрался воды из дождя и оброс трутовиком. Но этим ТЗЖ очень долго кушали местные обитатели, поэтому его мы не берем. Объедки брать не стоит, и поэтому мы их не будем брать. Идем дальше искать грибы. Что это такое? Я не верю своим глазам. Это подосиновик. Очень много подосиновиков. Это сказка или сон? И они все хорошие, все прекрасные, и ни одного червячка. Просто выброс адреналина. Ищем дальше. Грибы под деревьями и за деревьями. Грибы под травой и возле травы. Грибы просто везде. Ищем и собираем. Вернее, просто собираем. Их искать не нужно. Столько подосиновиков, что на маховики уже обращать внимание не хочется. Иногда жутковато становится, потому что очень похоже на сказочное колдовство. Грибы за грибами, будто бы они нас манят куда-то. Гриб за грибом, пакет очень быстро заполняется. И мне кажется, что их становится еще больше. Итак, метры за метрами, грибы за грибами, и мы забрели в неизвестный лес. Это меня напрягает. Но разве можно удержаться от таких красавцев? Посмотрите, как их много. Собираемся, что видим, и поворачиваем назад. А собрать все не очень просто. Хоть и глаза закрывай.
собрали всю свою воду в кулак, развернулись и пошли обратно. И все равно по дороге назад мы дособировали свои грибы по своим следам. Я такие походы за грибами видела только по телевизору на севере. И теперь самой посчастливилось не искать, а собирать грибы. Такие чудесные у нас грибные выходные. Теперь это все надо переработать. И поедем в следующую экспедицию. Всем пока, до новых встреч. Нас еще ждет много интересных приключений и экспериментов.